13 октября 2021 года в 6 часов вечера завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Жогорку Кенеши Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года. Так, по состоянию на 13 октября по одномандатным избирательным округам в депутаты Жогорку Кенеши выдвинулся 381 кандидат, среди которых 31 женщина и остальные 350 мужчины. Также добавим, что 373 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения, и 8 кандидатов были выдвинуты от 7 политических партий. Отметим, что максимальное количество кандидатов, это 19 человек, выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу, тогда как минимальное количество, по 4 кандидата, выдвинулись по Наакадскому и Узгенскому избирательным округам. В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом. Баткенская область, 3 избирательных округа, 40 выдвинутых кандидатов, из них 4 женщины. Ошская область, 9 избирательных округов, 71 выдвинутый кандидат, из них 3 женщины. Джалалабадская область, 7 избирательных округов, 63 выдвинутых кандидатов, из них 3 женщины. Таласская область, 2 избирательных округа, 17 выдвинутых кандидатов, женщин нет. Чуйская область, 6 избирательных округов, 73 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины. Город Бишкек, 4 избирательных округа, 38 выдвинутых кандидатов, из них 4 женщины. Нарынская область, 2 избирательных округа, 31 выдвинутый кандидат, из них 4 женщины. Иссык-Кульская область, 3 избирательных округа, 48 выдвинутых кандидатов, из них 10 женщин. Добавим, что согласно Конституционному закону о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеши, депутатом ЖК может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день голосования 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.